А метка сколько? 200. 200 на 200 метров. Нормально у нас план, да, Паш? А я не знаю даже никакого плана. Как ДВ видишь, вот план. ДВ на 6 поставили. Класс. Сообразили на ДВ. Yeah. На самом деле тут плана никого не может быть, потому, ну, перед началом миссии. И да, евро ставь в групповой канал, пожалуйста. Да. У кого ставить? Метки. Метки. А то в тот раз ты немножко ошибся и... Дополнительно. Да, и мы тебя встретили там. Слушай. Понятно. Подожди, а в дополнительный что, видишь, что ли? Нет. В серый канал... В общий видят все. В синий канал нас ставят. Да там сейчас в парке... Это вертолет работает. Да. Все сломано. Красиво. Нормально. Тут кран сломался. Это на этом корабле террористы собрали за руб слева, да. На этой рубке лежит. Репит, выходим? Я вы. Да, да. Ну блин. Выход. Где это? Там чей-то труп. Труп. Че там стоит? НЛО. Так, к восточной стороне попробуем подтянуться, посмотреть. Да, можно. Главное, чтобы они мостик не завалили подъемные туда, а то мы сейчас это. Мост подъемный не завалить, а то мы не зайдем. Не зайдем за товарищем. А что там стреляют? Там же есть контакт какой-то, что ли? Я думаю, там это, еще на подходах. Забыли, что? Может, ты отойдешь? А что такое? Ну, я тебе ноги сломаю. А, если за что. Да, репит на ДВ. Пойдем, нам спину расстреляет. Бля, штурмовать себе носит, это круто. Я вроде... Плешами, да, штурмуете? Чем штурмуете? О, хорошо. Вы только учтите, что вам в жопу могут стрельнуть, когда вы подъедете. Уже стреляют, по-моему. Да. Так, ну мы, наверное, вдоль берега, потому что это более безопасно, там, прикрытие это. Под бочкой? Там с ВДшкой еще? Это наша должна быть наша. СВДшка. Да. Попытка. Оставайтесь. Еще раз, ребят, повторить, что ты сказал? Пока на месте. Понял, стоим на месте. Я тоже хочу пуск сделать. Не надо. Ну, клюер, потявкай на него, потявкай. Ну ладно. Ща. Со стройки стрельба! Или по дороге, вдоль дороги стреляют? У нас нет. Позади где, да? На западе, да, в стороне забора с севера бьет. Вижу, да, вижу. Есть враг на стороне? Не высовывайтесь, сидим здесь, это отдыхаем. Не со стройки, а дальше севернее, да, по дороге. О, ты дал. Снайпер на железке. Ой. Забором, да? Так точно. Вот, блин. Господи. Зато рыбу заглушил. Ну там так, стреляют. Так, давайте индивидуальные метки теперь ставим. Что эти танки, чтобы поддерживать? По вам работают. Да, работает с севера, это за что? А, Паша, можно пробовать проходить. Паша, залезь на север. Вдоль дороги? Да-да. Да, пробуй. Сейчас я наверх поднимусь, попробую там прикрыть.
Репит, а у нас, смотри, вдоль дороги там стреляют. Завтра вдоль дороги вообще не понятно, там же бои. Как понял? Там такие... наши уже бегают. Да, я понял. Впереди. Наши бегают. А дорогу пересекает Land Rover, он сейчас находится к западу. Что-то... Я по вороне. О, господи, что Паша, было? Пройдите, где стройка, да. За стройкой, короче, на запад. За стройкой. Выйдите за стройкой, уходите от нас. Понял, на застройку, перебегаем дорогу, застройку и едем на север, да? Дым нужен. А дым у кого-нибудь есть, на дорогу киньте. Увидишь однотипные дома с покатыми крышами, 4 штуки, а стройки на час. Там скрылся один с ПЗР. Забор, отверстие, не видно. Значит, проходим дальше за забором, бегом причем. Пока дым есть, пошли, не мешкаем. Дым хорошо так задымил. Кого ранили? Снайпер на железке, посмотри на 280. С севера от нас там пикап с тремя двумя. За стройкой. Выбит. А, ребята, кто на кране из наших сидит? Не нравится мне это. Не место. Знаю, не... Там кто-то сидит, если знаешь, то пусть на юг посмотрит, прикроет. А, это... А встретили пикап. Пикап это встретили застройка. Это СПГ. СПГшка. Репит, возле домов застройка на севере от стройки на дороге стоит выбитые. Ну вроде как целые СПГ. Без колес. Подходим, без колес. Вот дома однотипные, 4 штуки с покатой крышей, там скрылся чувак. И ты хочешь, чтобы мы ее встретили? С плоской? Нет, просто информация для вас. За западный дом, вот он между западным с крайним... С покатыми вот... крышами, понял. Сейчас дадим туда. Я сгрызусь соседний. А со спины мне отойдите? Буду работать по домам. Сейчас все дома отработают. Я проверяю, нормально еще люди. Да, я сидел, спускаюсь. Впереди, где? Впереди. За домом? Да. Да, подтверждаю, за домом бегает. У нас один Т-100. А где за домом? За... на севере, что ли? Да блин, за красными домами. Убил, минус. Он сейчас с этим, со стингером бегал. С ПЗРК был. Да, это он был. Поднимите ПЗРК, выстрелите куда-нибудь, просто вообще не важно, воздух там или что, чтобы вертушку не сбили нашу. Ты живешь? Да нет, я-то живую, я на СПГ сижу. У нас этот один Т-100. Он мертв. Это ХРК. Ну, слава богу. Эй. Репит, дальше что нам делать? Сейчас, секунду. Тогда занимаем позицию, чтобы нас здесь сильно не видно не было. У этого убитого, у него РПГ и стингер есть. По нам огонь, по-моему. Откуда? Не, это нуклеер. Да, я извиняюсь. Рацию возьми с него. Паша, выходите на нас, на восток, и будем дальше продолжать операцию вдоль воды. Вдоль дороги нам двигаться или куда нам выходить, я не понял. Метку дай нам. Метку дай, в которую двигаться. Ну, квадрат хотя бы назови.
Да, групповой квадрат, туда. Так, двигаемся сейчас на ноль. Вдоль дороги не будем идти, это опасно. Пройдем через дворы. Очень опасно идти. Кто там дорогу перебегает, сейчас РПГ. А это кто у нас там бегает? Кто параллельно двигается нам между водой и нами? Это наш. Возможно, репит, это за этими контейнерами. Так, танк. Это корпус говорит. Танк. Давайте наш. Кто возле ангара наш? Че убили? Брока убили. Нас тут трое, по сути, живых, которые откликаются. Нашли, я почему одного вижу только. У нас метка есть, на противника, где здание. Туда бы жахнуть. Где остальные? Почему я двоих только вижу? На востоке проедем. Идем. Еще двое. У зеленого здания. Кто эти говорит на рации наши? Я не знаю. Общий танк. Сбор в районе этого погрузочного крана. В тот район двигайтесь. Так, все, двигаемся в направлении 100 или 80 вдоль дороги, прикрываясь там заборами, домами и тому подобное. Можно через дворы даже пройти. Так, все. Теперь все на дефолтном вроде как. Давай, давай, туда, к зданию. Туда, куда, не туда. Мы вдвоем знаем, что туда вперед, они же там. Возле этого, возле погрузки. Вперед, туда, к зданию. От погрузочного. Но это вообще не нужно. Назад будет где-то ставить. А кто движется вдоль забора с надписью «Колхоз ворота»? Мы со мной. Азыку. Понял. Они справа там, короче, засели вдвоем, там минимум двое. На территорию? Давай вперед туда, корпус, давай вперед туда к дому. Через ел. А. Только не беги, посмотри снайпер. Да, смысл. Я кого-то слышал здесь в ангаре. Да, в ангаре, скорее всего, есть враг. Закинь туда гранат, то есть. Сейчас открою дверь и кидаем туда гранат. Только не в меня. Не заходи, подожди еще. Не-не-не, чисто, чисто, чисто. Кто бежит на разговоры? Вижу, труп здесь валяется. Сейчас проверим, может ранен. Второй ангар проверился. Ты ракеты складывал. Умер? Это была белка. Нет, наш. Слышите, тут ну, в здании в этом двухэтажном. Паша, живой? О, снайпер работает. Север. Слышу. Пашка нашел снайпер. Медик, медик, 320. Да. Из домов, что ли, по-моему? Да, с той стороны улицы. По мне, снайпер работает. Медик нужен? Кто ранен? На севере от крана погрузочного. В окне, на второй этаж. Здание просто полуразрушенное, которого эти окна горели. На втором этаже сидит. У нас медик есть? Есть медик. Подойдет в район этого. Медик может подойти в район погрузочного крана. У него, да, уже. Зушка севера. Да, на погрузочном. Где наши бронетехники? А теперь от погрузочного этого, может на север идти, там ангар будет. У меня, я быстро без ног.
Видишь, там ТП-ха, да? Выбитая. Вот слева от нее я за забор. Можешь выдвинуть. Раненые, раненые. Открываешь карту, метку на себя ставишь, где ты раненый, и к тебе медик придет. Ну хорошо, я сейчас поставлю, сейчас поставлю. Фуд, в чате не нужно ругаться, устраивать, где ты ранен. От пирса к западу дорога. Ну, поработай, сдай. А, стоп, отбой. Паш, куда поработать? У нас тут есть танк. Дом сгоревший с окнами выгоревшими, там на втором этаже был. Дом сгоревший с выгоревшими окнами, второй этаж, работай. Твои свои, на улице свои. Твои. Следующий. Следующий, следующий дом, следующий. Втором доме. Ху-ху. Дальше, дальше, следующий дом. Там глушка работает, метку дали. Парни, вы что там делаете? Репит на связи. Сбор, давайте все собираемся возле погрузочного крана. Отбой всякой деятельности. Адреналин тебе дают, Паш. Он по пирсу, кто бежит, враг? По пирсу враг вроде бегает. По пирсу, Паш. А, да. Все убрали по пирсу. Техника, наш танк, наш танк. По-моему, опять этот СВДшник ожил. Так, могу туда. Да прекратите вы, подождите, не стреляй, РПГ. Яйца. Определите цель, сейчас наведем танк. Танк далеко не углублялась, там зух где-то была. Или она выйдет прием. Я уже выберу. Рядом с танком свои слева. Рядом слева свои танк. Подожди, СВДшник в глубине там. Не дороги. Говорят, СВДшник в глубине дороги где-то. Давайте, я передам информацию танку. Где конкретнее? Есть что-нибудь? Лучше меточку сразу подать. Сидит по дороге в глубине здания, там сам. Так, пих вот. Где-нибудь укройся, сейчас накроем. Где-то близко меня стреляли, сейчас могут убить, если еще раз. Так, вся пехота, выдвигаемся в сторону пирса, двигаемся на север. У нас есть главная задача. На крыше, кстати, это вот где мы сейчас были, здесь может на крыше кто-то сидеть. Здесь лесенка есть. Причем не одна. Там входябельно? Ну, на крышу можно выйти. Наверняка с крыши долбили. А БМПшка наша живая, да? Да, вроде. Она как не двигается. Выбили ее ночью тогда сразу. Ствол кищет, наверное. Че вы? БМПшка на 30 от нас, она нормальная? Там пулеметчик наш раненый лежал, по-моему, в дворе. Надо бы его проверить. А, там нет, и он мертвый уже, когда я... Понял. Кстати, к Сергею.
На стрелком туда можно сесть, у нее, да, с вождением проблема. Я думаю, у нее ствол выбит, он обычно. Че, ребята, дымим и надо пробегать, наверное. Ну давайте лодку лучше штурманем. Так, пехоть куда? Внимание, сперва надо зачистить район. Нам нужна лодка. Сколько там пехов останется, ерунда, там один человек. Шутать его даю, все. Где лодка-то? Да вот стоит этот авианосец. Я понимаю, вообще, а при чем тут лодка? Ты о чем? Он там, он нам там. Надо захватить человека или убить его. Это я знаю, но нам пройти до нее надо. А что там по пирсу побежать? Да живые, живые, живые. Все. Мы рядом просто в группе в одной сидим. Танк наш, да? Это? Да, да. Снайпер сзади свой подбегает, не стреляйте. Я поверю, СТВК на пирсу. Лосос. Выведи. ПМП убили. Снайпер убили. Танкист один, что ли? Он какой-то шальной, он что-то меняет, да? А кто побежал корабль? Смелый. Я. Все, все, давайте собираемся на начале. Снайпер выбили, нет? Я надеюсь, хватит ума туда не забегать. Да вроде бы выбили, непонятно. Он замолк, неизвестный, доклада не было. Ребит, ты побежал, что ли? Что ж? Да, я тоже туда побежал. А че же ждать? Сколько можно? Сейчас здесь соберемся и начнем. СВД, северо-запад, красный контейнер. Я добил раненого. Все, понял. У меня, да, руки трясутся. Могу из РПГ дать внутрь. Дверь открылась на втором этаже. Выпрыгнул кто-то. Что это было? Привет.